Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Супер Тема! Здравствуйте, ребята! И я все еще охрипший, вместе с Темой, уже выздоровевшим, и зомби-нубиком, волосатым, страшным, ободранным и кровавым, продолжаем наши совместные нубские путешествия по просторам Иксельгана. Да. Ты хотел сказать Майнкрафта? Да. Он хотел сказать Майнкрафта. Погнали, ребята! Перед тем, как мы погоним, вернее, в промежутке того, как мы погоним, так тут брать мы ничего не будем, я это соберу хотя бы 50. Ребята, вы не забудьте, пожалуйста, подписаться, нажать на колокольчик, поставить ваш мега крутой царский лайк. Да, естественно, и не забыть тут сказать нам, что нам взять, мы пока еще ничего не взяли. Да. Денег пока чуть-чуть не хватает, совсем чуть-чуть, скоро они, конечно же, наберутся. И сегодня, ребята, я хочу протестить что-нибудь такое нубское, ну, пока вот мы ждем. Вот там что купить и ждем вот здесь, когда вот это получим, очень скоро, пока будем вот это тестить, как, ну, кстати, прикольно выглядит. Короче, я решил попробовать что-нибудь нубское, думаю, что же нубского, искал, тут прямо с самого начала, все ворошил, 304 как бы есть еще копеечки, и вот решил, что давайте вот это нубье возьму. Оно прикольно выглядит, очень прикольно, трехголовая гидра. Очень, не знаю, мне, короче, очень хорошо, очень понравилось. Давайте, ребята, сгоняем, посмотрим, что же это такое, что он вообще делает. Это просто урон по зону и просто серия выстрелов. Ну да бог с ним. Посмотрим, может понравится. Для начала нужно купить, а вот так надо купить, обменять. Все. Купили. Обменяли, теперь выходим сюда, ребята. И вот, она уже встала. Тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, она почему-то 25 уровня. А, ну зато его очень легко улучшить, очень дешево, 45 всего лишь, давайте мы его улучшим хотя бы. Не, да, обязательно надо улучшить, потому что фигня фиговая без этого. Вот, ну хотя бы 168. Хотя бы 168, да, ребята. Повысить до эпичного, мы не будем повышать до эпичного, мы просто его протестим, ребята. Ставим максимальное, что у нас есть. Энергетический урон, скорость перезарядки, ну вот радиус урона нам нужно обязательно. И скорость ракеты запускает ракету автоматически при следующую пока. А, вот это хорошее. Давайте не урон 100. Капец, посмотрим, ребята, короче. Короче, посмотрим. Надо будет нажимать только на эту тёмку. Да. Так. И саму куда захочет вот так полететь. Короче, звероящер готов. Звероящер. Погнали, ребята, тестить. Ну, естественно, где? Конечно же, пати в бассейне. Грузимся, как всегда. Давайте. И вот туда, если тут народ придет. Нет, ты пока не прицелись, пока просто стреляй, оно еще ничего не апдейтнулось оно. Давай стреляй. О, мы убили, все-таки кого-то убили. О, только по земле надо стрелять, скорее всего. Убили мы или да. Это были не мы? Это я. О, кто-то там сзади подкрылся незаметно. Кто-то сзади подкрался незаметно. Там есть враг. Во, ракета, заряжай. Его поймала, ребята. Ай, перезарядка. Перезарядка долгая. Не, если бы ничего себе не было у нас других, если бы не было у нас другого оружия, мы могли бы его запросто использовать. Оно не такое уж плохое, не такое уж нубское. Тем более, если его сделать легендарным, оно же редкое вообще, просто-напросто редкое. Если мы его сделаем легендарным, будет вообще как прикольно. Не успел убить. Тема, у него там, супер-мега оружие. Ух ты. Ты как-то даже совсем ему не навредил, скажем так, даже. Давай. Что ты сделал? А, я не туда жал. Ага, все, вылетело. Вылетело, но не убило. Давай. Так вот, ему в глаз. Слушайте, ребята, это гиперпушка вообще крутая. Гиперпушка супер-мега крутая. Убийство нормально. Слушайте, ребят, нормально, но стреляет, знаете. Нубское оружие, конечно же. Но если бы Тём еще под ноги стрелял, бы вообще капитально бы убивал всех. Ох, не жал. Разрушите. Давай. О, давай. По ногам. Не успел убить. Давай. У тебя вот.
заклеилась. Нормально, сейчас. Только зайдем, я лапну. Попали, не попали, не знаю. Короче, ты быстро сдох, Тёма. Ты очень быстро сдох. Во! Нет, ребята, тяжелая, даже редкая, даже нубская, даже дешевая самая. Короче, это нормально. Вот берите такое тяжелое оружие и играйте, набирайте флафраг. А то у нас заходит кто-то, играет, и прям там, я не знаю, 3 фрага за всю игру. Как он это умудряется сделать, я не знаю, честно говоря. Серьезно, не знаю. Но как-то умудряется. Давай. Вперед. Во, вниз. Вот так. Нормально, убийство. Нормально, не успел. Вот не люблю я этого Пепика. Не успел, давай стреляй, Пепик. Ты успел. К концу есть. Успел. Сколько? Посмотрим. 15. Больше всех, Тёмка. Больше всех. Монетки постепенно получаем. Это отлично. Так, ну еще раз сыграем. Давай. А давай сыграем на новой кончалось. Карте. Ребята, давайте сыграем на новой карте. На новой пати в бассейне. Да. Вот, классический бассейн, еще одно есть. Это не классический. Ну, называется бассейн. Так, они оба называются одинаково. Извиняюсь еще раз за охрипший голос. Оба называются одинаково, давайте проверим, что же в этой. Так, ну погнали, давай. Такая же, Тёма, такая же. А, такая же? Такая же, тут только есть, здесь можно подняться на корабль, наверх. Вот видишь, там вот подъем есть. Хочешь поизучай, пока поднимись, посмотри, когда что. Вот так можешь подняться на второй этаж. Вот тут видишь? Тут космический корабль какой-то, его можно как-то запрыгнуть, там, смотри, можно зайти туда. Привет. Прыгает. О, убил. Убил попрыгуна. А, я пошел. Нет. Ты куда? Я просто хотел поизучать. Потом поизучаешь, давай сейчас убивай. Бармаглотов убивай. Кто где здесь? О, молодец. Вниз иди, они внизу так же тусуются, Тём, так же тусуются внизу, как и в той, как и в той вот карте. Здесь тусуюсь. Да, ты тут фиг кого убьешь, Тём, ты же не снайперка играешь, ты играешь этим, как его там. Вот тебя на этом пространстве быстро закошмарит, очень быстро. Как всегда, бежишь туда, вон они оттуда идут. Вот. Почему я стрелял и нажимал в него? Я не знаю, зачем ты нажимал в него. Ну, короче, как-то так. Не в него, а в прицел. Давай. О, ракета вылетела и попала, ребята. Нормально. Тут более такое, это Тём, более много мест есть, куда можно сбежать. Да. Поэтому как бы здесь более, здесь веселее. Здесь нету, там проверю. О, а вот там есть. Да, только ты прицелился, потом ты просто так хаотично нажимаешь на эту кнопочку. Я прицелился. Потом не знаю, зачем ты нажимаешь на него много раз. Ты на один наш нажал и хватит. О, убил кого-то убил, Тёма. Вперед, давай. Там они тусуются. Там их стадо. Ух ты, вот он. Ты так издалека его вряд ли прихлопнешь, но ему дал. А, перезарядка. Давай. Что, ракета пошла? Давай. Ракета ушла никуда, что ли? Ох ты, все-таки добили его, Тёма. Все-таки его добили. О, что это за медвежонок? Медвежонок. Табака. Цыпленок табака бывает, медвежонок табака. Я не знаю, я вряд ли думаю, что это вкусно, ребята. Не советую вам медвежонка табака, он жрать. Отравление, облысение. Я не знаю, что только не напустили на тебя, Тёма. Отравление было и облысение было. И кошмар верхних дыхательных и нижних выдыхательных путей. Давай, кошмарим пути. Что ты лезешь так прямо? Ты вот сюда обойдись, вот со стороны. Там, вот да. Там. Вот, он здесь охраняет, а? Вот, все нормально. Опа. Давай. Тудуку. Сзади тебя, кто-то сзади. Ножичком вот давай. А, нет. Вот он. Подловили чувака. Давай. Поражение. Поразились. Не, поразились, но неплохо было. Неплохо. По сравнению с тем, что было плохо. И вот что я вам скажу, дорогие друзья. Это оружие, несмотря на то, что оно древнее, старое, оно, ну, как бы совсем уже не в тему. Оно даже в подметке, как бы, естественно, не годится рождественскому ультиматуму или каким-нибудь другим новым пушкам.
таким, например, я не знаю. Но все равно, короче, ребята, оно очень крутое. Если у вас нету денег, нету вообще ничего, вы не знаете, как только начинаете игру, вот зайдите или в галерею, если у вас 50 этих штучек есть. Короче, купите под номером 104, 105, ребята. Да, 105. И спокойно будете. Вы видели в первом бою. Мы вообще выиграли первый были. Во втором бою тоже неплохо. Просто локация была для тёмки незнакомая. Да. Короче, оружие очень даже прикольное. Слушайте, то, что мы лутнули как-то, мы же его можем установить. Это где? Это фон? Нет. Это декорации ландшафтные. Во, ребята, мы же новое что-то лутнули. Вот же вот оно. Во. А у нас сейчас что-то стоит. А еще есть вот такое. Не, а у нас вот это стоит. Да, это тогда, да, вот это вот стоит. Ну, вот это поставим, тут поставим. Это как бы красивее. Похоже очень сильно на Майнкрафт. Тёма, смотри. Похоже на Майнкрафт. Ну вот, как-то так, ребята. На этой нотке мы завершим сегодняшний наш видик. И скажем вам огромное спасибо за внимание, ребята. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и ставить ваши мега крутые царские лайки. Совершенно верно. Всем пока-пока, ребята. Пока.